Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, 7-й серии, мне здесь Кирилл Подбуль. Так, давайте напишем добрый, и сегодня я буду покупать бизнес, пройдемте. И мне нужна лицензия на бизнес, потому что у меня ее нету. Мне очень хороший человек подкинул бабосиков на бизнес, я его очень хотел просто, этот бизнес. Прям, не знаю, я неделю просто только это бизнес и думал, чтобы его купить. На самом деле... Реально, это так. Донателло Керман, привет тебе. И Темасик Флорес, тебе тоже привет. И еще там чувак был, он просил привет передать. Ким Старк, привет тебе тоже, большой. Хотели, да. Лицензию на бизнес. Мне нужна лицензия на бизнес, дружище. Так, на бизнес и полеты. На бизнес и полеты. На оружие, по-моему, лицензия же не надо. Или надо? Так, лицензия на полеты 15 тысяч. Так, и на бизнес самое главное. Как мне всегда из-за этого и приходится. Лол. Ну да, поэтому ему нету смысла мне дорого продавать. Тем более это подписчик вроде бы. Или нет, я не знаю. Так, спасибо большое. Ты в серии, давайте напишем. Сейчас он мне выдаст лицензию на бизнес, самую главную. И просто поедем сейчас прям. Поедем прям и купим этот бизнес, блин. А, вот 100 тысяч, короче, лицензия на бизнес стоит. Спасибо большое, дружище. Все, у меня остается 11,5 миллионов. Бизнес 110 миллионов, пацаны. Да не за что. Все, я погнал за бизнесом. Сейчас купим бизнес, он стоит по ГОСУ, пацаны. Но не знаю, он будет прибыльный или нет. Но, как вы поняли по званию, это спортзал. Я просто очень хочу себе спортзал. На первом серии, понимаете, блин, ну... Очень дорого их продают, а здесь он по ГОСУ просто стоит, понимаете? Просто стоит по ГОСУ. Тут бизнес. В Арзамасе находится бизнес. Так, сейчас как нам по велику выехать? Юность, магазин. Нет. Спортзал. Спортзал. Дружище, за 10 лямов спортзал стоит. По ГОСУ. Я не понимаю, почему его не покупают. Серьезно. Давай чувака подвезем. Давай, садись. Поехали. Просто осталось немножко, пацаны. Вон он там, прямо. Просто прямо находится мой бизнес, какой я сейчас куплю. Вот он, короче, возле дальнобойщиков находится этот бизнес. Так, давайте его купим. Он стоит по ГОСУ. Так, пишем. Бубис. Все, я себе купил его. Пишем тайм. Все, я купил себе этот бизнес, он теперь мой. Бизнес спортзал, называется турничок. Вход 5000, я сейчас вход бесплатный поставлю. Так, изменить цену за вход 0. Все, я цену за вход 0 поставил, давайте зайдем в него. Это просто жесть, наконец-то я купил себе спортзал. Кайф просто. Просто реально кайф. Так, давайте пропишем бусинес. Количество товаров вообще их очень мало. Баланс 15 тысяч на нем лежит. Но финки, видите, здесь нету вообще. Потому что он по ГОСУ стоял, по сути. Так, надо будет товаров сейчас привезти. Блин, мне придется, наверное, софраки ливнуть. Потому что и платить его сейчас надо будет. Жаль, пиздиться нельзя. Можно вроде вкачаю, у меня все. Не могу начать.
Ну вот, цены обычные, как и были раньше, это 50 тысяч, вот, удар Соктя, Спарта и так далее. Все по-обычному, но интерьер очень охрененный просто, реально респект разработчикам, интерьер очень классный, просто великолепный. Я реально в шоке просто. Погнали в банк, я заеду, оплачу за него, надо будет товар еще привезти. Надо придется с русской мафией ливать тогда. А, стоп, еще же надо шмаркер купить. Точно. Фу-фу-фу-фу. Маркирование компании. Точнее, маркетинговая компания. Вот, все, я купил этот чекпоинт сраный. И давайте я, наверное, куплю GPS сразу. Финансовая статистика, улучшение. Давайте купим... каталог его добавим сразу. Все, у меня остается лям 100, в принципе, и все. О, кто-то купил себе. Пацаны, вы реально приезжайте сюда ко мне, тренируйтесь, я тоже буду тренироваться, мне нужно изучить все стили боя, и на семью надо накопить. Да, у меня есть лям, но сейчас туда бабки, сюда бабки, на мурку, ой, на мурку, на бэху вот эту и так далее, и все, бабок не будет. Поэтому надо фому еще создать. Ну, много чего, надо много бабок. Поэтому я наконец-то купил свой бизнес мечты. Так сказать, как по мне, вот этот бизнес самый лучший для меня. Реально. Так, баланс. У меня... да. Пополни. Давайте положим 150 тысяч, допустим. Баланс бизнеса. 30 тысяч 255. Так, баланс бизнеса, пополнить баланс бизнеса, оплатить дом. Так, оплатить бизнес надо на 29 дней, оплатить дом на 4 дня, точнее на 4 дня, я сказал. Все, бизнес оплачен, дом тоже оплачен, потом, что нам нужно еще? На телефон закинуть еще сотку, я думаю. Пополнить мобильный телефон и сотку закинем на объявы, будем пиарить бизнес. Так, оплата дома, баланс бизнеса 0 пока что. Пополнить баланс бизнеса. Мы не будем этого делать. Бусти, НС, надо автозакупку выключить. Автозакупка. Отключить ее нужно. Так, и нужно привезти продуктов, чтобы было много продуктов уже. И все было заебись. Поэтому как-то так, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.